стране идет жатва новой пятилетки. В разгаре хлебная страда на полях колхоза «Путь Ленина» Ростовской области. В эти дни здесь появился опытный комбайн «Дон-1500», своеобразный подарок россельмашевцев герою социалистического труда Нине Васильевне Переверзевой. Знатного механизатора познакомил с новинкой инженер-конструктор Колобасенко. Удобств в этой машине гораздо больше, чем в «Ниве» и «Колосе». Повысилась комфортабельность кабины, ее герметичность, улучшился обзор, проще стали операции по регулировке. Все это во многом облегчает работу, экономит время, увеличивает производительность. Переверзева дала хорошую оценку новому агрегату, который успешно действовал на различных операциях во время своей первой проверки в полевых условиях.